Деревянные ламели для горизонтальных жалюзи. Ширина ламели 50 мм. На образце ламель именно такой ширины. Материал ламели – дерево павловния. Павловния или адамово дерево обладает наиболее легким весом по сравнению с обычными деревьями. Также павловния – одно из самых быстро растущих деревьев. Она растет примерно в 10 раз быстрее и может достигать высоту до 25 метров и выше. Название расцветки – белый. Данная ламель из каталога Амиго. Лицевая сторона, обратная сторона. Каталог Амиго для деревянных, бамбуковых, пластиковых и алюминиевых жалюзи. В каталоге представлены ламели с шириной 50 мм, но расцветки и текстуры ламелей, у которых ширина составляет 25 мм, будут аналогичными. Из данной раскладки мы можем изготовить горизонтальные жалюзи под ваши размеры с выбранными вами опциями и другими параметрами и отправить изделие Почты России или СДЭК в любой регион Российской Федерации или за границу. Список стран получателей вы найдете в подвале сайта. Просчет и оплата производятся вами онлайн на сайте. Для юридических лиц предусмотрена возможность выставить счет, также онлайн на сайте. Друзья, у нас видео-интернет-магазин. Все инструкции предоставлены в видео. Начните покупку с просмотра видео на главной странице. Оно называется «Как заказать».